спокойные, я вам расскажу о бабочке-капустнице. Капустница или белянка капустная, либо же просто репница. То же самое, у капустницы много названий. На латинском она называется Pieris brassicae вроде бы. Ну, либо же просто брассика. Бабочка из семейства белянок. На латинском тоже Pieridae. Видовой эпитет происходит от латинского брассика. Капуста. Потому что капустницы, как всем известно, любят капусту. Но почему-то их очень часто путают с вот этими вот маленькими бибами. Ну как маленькие. Они в два раза больше капустниц. Но это боярышница, запомните. У нее, в отличие от брюквенниц, нету никаких вот этих вот полосочек. У нее просто жилки, которые крайне сложно заметить. Пол у них определяется так же, как и у брюквенниц, по точкам. Если самец, то у него либо одна, либо ноль точек. Если самка, то их две. Есть такой шанс, что брюквенница или капустница попадутся вам разноглазые. Так же, как и у кошек, у котов. Например, один глазик будет голубой, второй зеленый или желтый. Но это случается крайне редко. Также она имеет, так же, как и брюквенница, голубенькую, серенькую, немного фиолетовенькую, синенькую шерстку. Откладывает яйца на капусте, на репе, изредка на лопухах, вроде бы. Когда-то там ученые проводили эксперимент на капустницах, и они отложили яйца именно туда, где вот, например, вот забор. Забор был смазан капустным соком. Капустница на него и отложила яйца. Ё-моё маленькая.